как красиво именно океан плещет под сиянием луны. Очень интересно. Я бы так уж искупался. Люди купаются, но я не знаю. Знаете, мне пришлось отключить эфир, потому что ко мне побежали девочки, француженки, они хотели с нами познакомиться. Я говорю, девочки, я снимаю видео, пожалуйста, не надо. Как бы там у них пати веселятся. Они, конечно, со мной на французском. Я говорю, вы знаете, я на французском не говорю, к сожалению. Вот. Очень классно, конечно, здесь. Но это просто небольшая бухта. Я думаю, что... Блин. Боже, как я люблю природу, как я люблю океан. Это вообще... Как я люблю воду. Шикарно просто. Особенно плеск волн. Вот, девчонки хотели, чтобы я к ним пошел. Я говорю, не-не-не-не-не. Я говорю, не, спасибо, не надо. Я лучше как бы, ну, я сам по себе гуляю. Спасибо большое за приглашение. Такие люди, знаете, такие вот они... как вам сказать... ну, такие добрые, порядочные, да, но все равно... Здесь вообще на Маврике говорят, что очень хороший народ, добрый, то есть доброжелательные, как бы позитивные люди. Я сейчас просто со временем потерялся, и поэтому я... Получается, в час ночи я уже проснулся, когда я выспался. Потому что разница с нашим временем, где я живу в Германии, 3 часа. Поэтому для меня это, так знаете, теперь приходится привыкать к этому новому времени. Можно было бы искупаться, конечно, но не будем. Сегодня утром мы планируем, может быть, поедем куда-нибудь в другое место. Я бы такой, чтобы поехать в ботанический сад. Ну, посмотрим по погоде. Мы, как-то, знаете, словно неудачно попали с погодой, пришли сюда дожди. С одной стороны, это хорошо, да, когда все зеленое, потому что дожди очень такие, знаете, большие, массивные. С одной стороны, это хорошо, больше зелени, да, вот, как бы такое, знаете, свежее, воздух свежий. Когда, конечно, тоже слишком жарко. А что-то летает такое у нас, а что-то у нас такое? А, вот оно что. Ага, летучая собака, понятно. Друзья, видели, да, летучая собака прилетела? Вот. И тоже, кстати, на Сейшелах очень много. О чем сказать, что летучие собаки, они, ну, как бы, ну, как летучие мыши, да, естественно. Просто они безобидные совершенно. Они кушают манго. Вот когда они хотят покушать, они летят там, где вот растут манго. Они вот именно питаются манговыми плодами. Я вообще люблю наблюдать, как они летают. Очень красиво. На Сейшелах их тоже очень много, поэтому я когда сюда приехал, я говорю, вау, я увидел, блин, я намок. Водичка такая теплая, вы знаете, очень хорошо. Я постараюсь, конечно, за столь короткий период сделать какие-то много хороших видео.
это впечатляет то, что я вижу своими глазами. Это тоже по-своему интересно. Я не буду видео обрабатывать и там как-то как делают другие люди. Я чисто делаю по-своему, знаете. Вот. Что касается прямых репортажей, пока не знаю. Здесь немножко как бы не получается, но я думаю, что... Ну, я имею в виду репортажи прямых на улице, да? Ну, я думаю, я сделаю, как бы компенсируя этим именно видеосюжетами и видео какой-то информацией, да? Лучше так, чем вообще никак. Я постараюсь как можно больше вам показать этот прекрасный мир здесь. Вот. Хотя понимаю, что, возможно, не очень профессиональная камера, понятно, не очень профессиональное все. Ну, а что делать, как бы? Пусть так, чем вообще никак. Вот. Я вообще рад, что мир электроники очень, как бы, уже развивается хорошо, и можно хорошо вам что-то показать. Здесь вот днем очень красиво, очень красивые деревья, очень большие деревья, как фикусовые прям, с большими такими, с большой листвой, очень красиво. Гостиницы охраняются все, охраняются гостиницы, закрываются, то есть если ты хочешь выйти, конечно, ты можешь выйти, погулять. Потом приди обратно, тебе откроют. То есть везде камеры наблюдения, да, это очень классно. Вот. Поэтому, но все равно всегда оставлять нужно, если что-то ценное, да, всегда нужно оставлять именно в сейфе, чтобы не было проблем с деньгами и прочее. С деньгами я еще пока не разобрался, но здесь такая ценовая политика. Ну, я скажу, покушать в ресторане стоит, как вот, например, ну немножко дешевле, чем в Европе, да. Но зато, как бы, знаете, другая кухня, и если это рыба, дорада, или там еще какие-то другие сорта, вы знаете, что оно словлено было здесь утром. И она не лежала на прилавке долгое время. Боже, как море это. Поэтому это и есть классно. Очень хороший персонал в ресторанах. Люди как бы добрые, да, вот всегда спрашивают, как у вас, все нормально. Ну, посмотрим, пока первый вечер, да, вот, много не расскажешь. Буду делиться своими впечатлениями, что я здесь увидел, и покажу вам, насколько больше, чтобы вас, как бы, чем-то проинформировать. Здесь также можно взять машину на прокат, если вы приезжаете в аэропорту, вот, без проблем. Стоит, например, машина на 7 дней, да, вот, где-то 400 евро, то есть это нормальная цена, вот. Самый большой номинал здесь маврийских рупий, это 1000, да, это тоже интересно, но пока разобраться, что ж такое 1000 рупий. Я когда менял деньги, я так и не понял, что я меняю, сколько мне дали вообще, как оно посчиталось. Ну, короче, надо смотреть в интернете сходство, как сказать, курс валюты. No. To you. I want lighter, please. No, it's okay. So
is what is the iPhone 11? No, that's not iPhone. Ah, what is it? Huawei. Ah, it's good quality. Good camera, no? Sorry, I've got not a good English, sorry. Yeah. But you can understand me. A little bit. Yeah. I cannot French. So, how old are you? Really? 40. 40? No. You look like... Really, 40. 27? No. 40? 40. No. Yeah. No, you look. No. 40. Really? Really, yeah. No, so you don't have a lighter? You know where I can find a lighter? Ah, no, I don't. How do you say that? I don't smoke. How do you say that in German? Feuerzeug. Feuerzeug. Yeah, And you speak English? No, a little bit. No, okay. So Feuerzeug. 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 I have not. Okay, no worry. So have a good night. It's so beautiful, no? Very beautiful, yes. So you're all up in Mauritius? Do you understand? Moment. 1 week. 1 week? Mm-hmm. Alone? Just you? Yeah, friends? With my friends, yeah. Ah, okay. One and week. And they are sleeping? Yeah. So you take you? Very well, ne? It's beautiful. Okay, so have a good night. Thank you very much. Hug. So, where do you live in Germany? Where? Germany, Hamburg. Hamburg? Oh, this weather is very terrible. Like Berlin? Berlin. Is where? Berlin is... And so Hamburg is north. North? North? North Germany. Okay, and Berlin is south? Yes. Okay, cool. It's a good country. Yes, of course. Europa, ne? Coronavirus. Yeah, in Germany? Really? Yeah. No, that's why you are here? Why you are in Mauritius? Why? Yeah, touristic. Touristic, yeah. Okay. So holidays? Voyage. Okay, voyage! Good! Speak French! Voyage. Okay. Have a good night. Mea culpa, ne? Mea culpa. Mea culpa. See ya! See ya. Вот. Такая девчонка интересная. Она хотела зажигалку. Спрашивали меня, я не понимаю, как будет по-английски зажигалка. Я стою какой-то как бестолковый. А потом она мне показывает сигарету, оказывается. Это, оказывается, она меня просит зажигалку. У тебя есть зажигалка? Я говорю, нет у меня зажигалки, я не курю. А сколько тебе лет? Я говорю, 40. Нет, ты что, тебе 20. Я говорю, да ладно, 40, уже все. Все, пиндец. Такая девчонка интересная. Вы знаете, я, ну, без языка, конечно, это такая вот... Так глупо без языка, на самом деле, как бестолковый, честно. Не можешь толком ничего не сказать, ни это, ни... Не поддержать дискуссию, как у тупорылый, честное слово. Поэтому, друзья, я, дорогие ютубовцы, я постараюсь вам более показать про этот прекрасный остров. Я еще сам не знаю, вот, что здесь и как. Но вы меня, если что, извиняйте за качество. Потому что все в таком, знаете, вот все вот именно как события, что происходит, то и записываю, то и ставлю в YouTube, потому что это как бы реальности жизни. Вы знаете, я не любитель видео корректировать, что-то там исправлять, что-то подправлять, что-то добавлять. Вот как сняли, так и сняли. Очень красиво плещут волны, пусть даже они небольшие здесь. Это так классно. Очень теплая водичка, очень. Небольшой пляжик здесь, да? Но очень классно.
Поэтому, друзья, вы меня за качество, конечно, съемки извиняйте. Ну, наверное, блогерство и это все дело такое непростое, да, нужно уметь правильно там поймать кадр, вот, правильно запечатлеть тот или иной какой-то сюжет, который ты видишь, вот, поэтому, конечно, вот когда темно, ты плохо видишь, как бы не очень, то есть, не очень уверенно себя в темноте чувствуешь. А где это я здесь? Так, куда это я тут иду? Камера хорошая, видите, вот очень хорошо впечатлит, даже в ночи. Надеюсь, ко мне больше никто не прибежит сюда. Люди купаются, все хорошо. Что у нас здесь?